Всем привет, друзья, с вами Закупыч. И вы меня просили в комментариях снять... Кто тебя просил? Не, написали серьезно. Кто тебе пишет я все время? Я тебе посмотри сама. Я думаю, что это прикол в ТикТоке. Даже в этом, это в Телеграме даже писали. Мини-сквиши в красном-белом, морские обитатели. Вышел, тут 12 видов всяких морских зверьков. А так как мы приехали из Египта, и как раз-таки мы очень много морских всяких вот чудовищ они видели, то сейчас я вам покажу. Я думаю, мы всю коллекцию соберем. У нас большая коробка, тут где-то 50-х, да? Да. Ну, около 50. Потом у нас еще есть сюрпризики из КБ, так что смотрите до конца, не перематывайте. Сейчас мы собираем всю коллекцию. Я буду открывать, пока мы не соберем всю коллекцию. То есть, если мы соберем раньше, то я оставлю, пускай лучше это. Ну, короче, кто-нибудь. На подарки. Ну, подарки. Это морской заяц! Что это? Кто это? Дайте-ка, вот пока да. Он мне уползает фокус. А кто это? Так, ну вот я вам еще раз показал, вот она а такая коллекция. Это даже... заяц морской, что это такое? Это, наверное, рыба какая-то. Ну ладно, давайте. Это рыба-бакозавр. Ну, короче, очень странная рыба, да. Кладу ее сюда. А еще вопрос, они светятся кто-нибудь? Конечно, светятся. Все светятся, если их... подсветить. Вау, осьминож. О, это же супер-пупер осьминог. Смотрите, это из Спанч Боба осьминожка. Вот это пока первое место. Офигенский вообще, да? Да. Очень хороший. Вот сюда его положу. Что, Милана? А можно я тоже буду открывать? Нет. Все. Так, открываем далее. И там уточка. Ну, слушай, это уже не морские обитатели, да? Это же уточка. Уточка, это же обитатель ванны. Или утки существуют еще в живой природе? Да. Я ни разу не встречал утку. Никогда не видел утку, чтобы она летала. Так, давайте далее. Открываем следующий. И там повторка! Это снова уточка! Мы ее кладем в повторке. Так. Я открываю еще один. А, кстати, пакеты. Вот так выглядят пакеты. Вот. Ну, как обычно, как у них. Да, все, им понравилось. Стоит они 19 рублей, да, один. Мне кажется, раньше они были дешевле. 15 стоили, да. 14,99, а сейчас 19,99. Вау, я нашел Патрика! Вы посмотрите, какой он классный, он тянется, офигенский. Он похож на морскую звезду, и это и есть морская звезда. Веселая какая. Да, так вот, что вы тут сбиваете меня? Видите, я ровненько в ряд их раскладываю. И все-таки, мне кажется, из них тут светится. Конечно, светится. Они все даже светятся. И это повторка! Ну, кстати, повторка хорошая. Мне вот это, мне нравится пока больше всех. Это осьминог и вот эта звезда. Вот они самые прикольные. Утка на третьем месте. Ну, а рыба? Рыба на 12-м месте. Так. Еще один осьминожка. Вот он точно светится в темноте. Смотрите, он вот так тянется. Вон, подождите. Сначала обзор, потом мне. Так, смотрите. Смотрите на него сначала обзор. Его можно натянуть на палец и вот так запустить в космос. Ловите его. Все, он теперь будет грязный. Да. Так, пойдем, открываем. А почему сразу твое? О, все, идите отсюда, пожалуйста. Вон туда. Вон туда. Вы забор видите вон там? Вот, короче, за него. Так. Скат. Это же не скат, это камбала. Дайте. Нет, это скат. Не, все-таки это скат, наверное. Ну, какие они хорошие. Слушай, прикольно, да. Вот это неплохой. Вот смотри, ты так, открывал... Немного пока положите. Недавно Денис открывал обезьянок, да? И вот эти неваляшки. Как тебе? Тебе все-таки эти нравятся больше? Конечно, вот это прикольно, слушай. Чем эти неваляшки? Вон их кошка гоняет. Короче, толк от неваляшек, что их гоняет кошка. Вау, какой он милаха! Вы посмотрите, у него даже сверху покрашено. Слушай, у него как будто бы это обезьянья оспа сверху. Видите, волдыри. Денис с своей обезьянья оспой. Ой, ну хорошечка. Ой, он просто, это вообще первое место. Он похож на шапочку, он похож на шапку красной шапочки. Да. Я похож на красную шапочку? По синему морю поеду земле. Плыву я на белом. 2, 4, 6. Мы ровно половину коллекции открыли. Нашли. Нашли половину коллекции, вы себе представляете? И снова утка. Вот я так и знал, вот уток их много, слушай. Но она не крякает, если ее пожамкать. Она крякает? Крякающая утка. Представляешь, тут будет сейчас миллион уток. Да. Так, о, новенький. Это зеленый крокодил. Вот он, по идее, должен светиться в темноте. Вот у него такой цвет прям прикольный. Да, цвет необычный. Ну что, как он? У него еще такие вот полосочки на носу. Да он вообще шикарный. Так, открываем следующего. И что у нас там? А у нас там скатиус фиолетовый, еще один скат.
Но я думаю, сейчас будет много повторок. Поэтому Денис, скажи нам, ты точно знаешь, что повторок много очень будет? Очень много. Смотри, зеленый крокодилиус. Но пока лидируют эти самые уточки. Зато мы сейчас выясним, кто из них самый редкий. Новинка! Человек-акула! Акула просто. Просто акула? Ну, похож на человека-акула чем-то. Да такое у него морда. Очень странный, да. Да-да-да-да-да. Он напоминает фильм ужасов. Помните, был фильм ужасов, когда акула сбежала, она была очень умная, она вырастила себе ноги и вышла на поверхность. Мое детство был такой фильмец. Так, ладно, остается 5 игрушек. 2, 4, а можно их прощупать? А, нет, 4, так. 2, 4, вот 6, здесь, 8. Кстати, такое ощущение, как будто здесь раздавили его. То есть он как будто на две части валяется. Ой, девушка в магазине, когда она пробивала, она сама была так это... Щупала-щупала, думала, там две игрушки. О! И? Что, там еще кто-то? Ой. Прикиньте! Она стала размножаться прям в пакете. То есть на целое. И с ней еще кусочек. Ты посмотри, они же эти почкованием размножаются, да? То есть вот она отпочковала от себя малыша. И он почти вырос в звезду. Еще чуть-чуть и получилась бы вот такая звезда целиковая. Ну смотри, у нас будет полторы звезды, получается. О, вот так. Так, открываем следующего. И это снова акуленочек. Но он неплох, кстати. Еще, сколько мы собрали уже? 2, 4, 6, 8, еще 4 игрушки. Еще 4 игрушки, и это снова акуленочек. У нас уже 3 акуленочка. Давай. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, потому что мы купили очень много их, очень дорого. Они тоже почкованием. Да ладно, там 2 игрушки? Нет, там полторашка. Я чувствую, что мы из этих соберем. Короче, он решил это... Блин, это Змей Горыныч был. Короче, это был Змей Горыныч, но зато это новинка, на покажи ребятам. Ну это вообще, ребята. Вот, и башка еще осталась. Нет, просто вот это, ну, линяет. Лишняя голова. Он линял. Ну, это потому что он в школу собрался просто, потому что две головы хорошо, а с туловищем лучше, или как там. Ну, короче, две головы хорошо, как говорила Барри Ивановна. Осталось 3 игрушки до полной коллекции. 3 игрушки до полной коллекции. Ну что, крабик редкий, вот эта рыба непонятная. А, ну смотри, вот этот второй уже выпадает нам. Вот, уже у нас 2,5. У нас 3,5 звезды, 2,5. Не, вот такой у нас до этого сколько собирали, этих сквиши не было. Блин, слушай, крабик это вообще офигенно, мне очень нравится. Нам еще один, я прям рад, что он еще один выпадает. Рыба без повтора. Кстати, да, вот эта рыба самая стрёмная, которая мне вообще не понравилась, она самая офигенная. Кто там? Радужная черепаха, вы посмотрите, она прям переливается. Ой, она очень красивая, вот она мне прям очень нравится. Слушай, а знаете, почему она зеленая сверху? Потому что она плавала и терлась о корабль зеленый. Осталось она пыталась... она чесала нет, спину. Нет, это водоросли. Она чесала спину. Осталось 2, 4, 6, 8, 10. Да, 2 игрушки. 2 игрушки осталось. Как а вы у нас думаете? Целая коробка еще. Соберем ли мы его? Так, у нас еще один скатиус. Уже 3 ската. Так, давайте, помогайте папе открывать. Не надо помогать, потому что будет бедлам, как в прошлый раз. Аккуратненько открываем, без бедлама. Так, еще одна звезда. Так. У меня тоже звезда. О, слушай, это другая акула. 11-я игрушка. Это другая акула. Да. Смотрите, там какие-то акулята маленькие, да? Да, это маленькие акулята, видите? А это большая акула. Возможно, это Бэби Шарк, а та, это, Мама Шарк. Чего да, она у тебя? Там какой-то слишком, это, приклюшенькая. Так, а здесь у нас толстенькая. Черепаха! Хотя мне надо достать черепаху. А я опять достаю еще осьминог. Одну большую акулу, смотрите. Осьминог уже третий. Большая акула пошла. Последняя игрушка какая? 11, ой, 12. Кто будет, как думаете? Я думаю, там будет этот, Спанч Боб. Смотрите, маленькая акула. Не хватает Спанч Боба, да? Смотрите уже, какая у нас. Коллекция. Так, вот она, еще одна уточка Лалафан. Это так, ну если не считать вот эту половинку, пока звезд, наверное. У меня даже... какой-то другой. Вообще какой-то. Что-то новенькое, у Вероники, наверное, что-то новенькое. Вау! Вероника достает супер редкую лягушку! Или кто это? Вероника, ты закончила этот. Держи. Все? Все, и мы собрали всю коллекцию. Слушай, это вообще не отсюда, Валя. Покажи всю коллекцию еще раз. Это какая-то странная штука.
Кто это? Как вы думаете, кто это? Да, есть. Вон она первая. А, есть, но реально, слушай, вот сама редкая. И получается. Вот она вся коллекция. Ну-ка, дай я посмотрю, у нас все есть? Да. Так, сейчас я посмотрю, да, это есть. Не, не открывайте, все, остальное мы подарим кого-нибудь. Закрытые пакеты. А нам? Ну, а вы возьмете себе вот этих. Все, не надо больше открывать. Все. Потому что... Сколько осталось, покажи. Экономия должна быть экономной. Осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 пакетов у нас. А было 50. А было 50. Ну, почти. 59,5. Так. Ну что, выводы какие? Самый... Ну, подождите, вы что взяли? Я же выводы не сделал. Ну, положите на место. Ну, ладно, положи, пожалуйста. Блин, ну, сейчас надо вообще посчитать. Какие-то. Все, мы больше обзора не будем с ними снимать. Мы это вообще сороки. Все потырили. Нам надо посчитать и показать, сколько повторок. Давайте все на место. Конечно, вам все отдадим. Так, получается, самая повторюшка – это вот эта морская звезда и вот эта акула маленькая. И уточка Лалафанфан. И этот октобус. Октобус. Вот. А самый редкий, получается, вот эта рыба, вот эта странная. Потом еще вот этот зеленый чувачок. Я так и не понял, кто это. Лягушка. Да какая это лягушка? Это не лягушка, мне кажется. Не пойми что. Инопланетянин какой-то. Кто еще редкий? Ну, черепашки вот так. Ну, да, крокодилы, черепашки. Вот эти прям совсем часто встречаются. Ой, они такие прикольные. Что здесь происходит? Вы такие нежные. Так классно. Так, ладно, ну все, вы можете разбирать себе лягушки. Только каждый берет по разной, по одной, вот. А я пока что сниму вам, Валюша, фокус на меня, обзор на остальные игрушки, которые еще есть в КБ. Есть там вот такой зайчик, называется ушастый стрелок, Article 200. Это мы Сашке купили. Это Сашке, да, так что это Сашке. Так что вы тут сейчас не визжите. Я рыбу не буду зайти. Смотрите, это вот такой зайчик, на него жмешь. И видно хорошо. И он пукает. Не-не-не. На свинье. Покажи. Но в него можно дуть. Вот так он выглядит. Веселый такой заяц. Так, мячик. Проверяем мячик. Ну он не как попрыгунчик. Он больше поролоновый, такой мягенький. Вот, видите? Вставляем ему сюда, в носяру. И потом я делаю вот так. Вот так. Да фу, он сейчас слабо, слушай. Можно я попробую? Ну-ка. Опа, отходи. Так, теперь давайте я вот так его сильно. Ну, короче, фигня на самом деле. Я думал, что он будет там прям выстреливать. Ну, я почти-то тоже думал. Я думал, что он будет выстреливать прям мощно. Давай. О, у меня получилось. У меня хорошо получилось. То есть получилось. Надо как-то посильнее его, наверное, нажимать. Да, только мяч. Просто редко. Просто надо вот так вот резко. Что там за заначки я нашел? Так, ну нормально, да? Да. Ну, а как ты сделала? А смотри, я нажала на живот, вот резко. Ну, не вот надо так сильно вот так вот. У меня вся коллекция. Ой! Ой! Ну, хорошо, что прикольный звук издает туда. Вот. Ладно. Это вот такой заяц. Так, следующий. Ну, для маленького ребенка хорошо. Вау! Черепаха-хамелеон. Собери всех. Это игрушка черепаха-хамелеон. Китай. Но это не этот, не с бабам, не где гостини, это какая-то подделка. Вот. Но тут написано, что они или светятся в темноте. Меняет цвет в воде или светится в темноте. Так, все, успокоились. Все, разошлись. Ужас. А там две, по-моему, я черепахи брала. Вероники. Ты две брала? Ну, нет, там одна. Да? Так, открываю. И там вот такая странная черепаха. Она, ну, вот это светится в темноте, да, явно. Она такой, такой цвет, ну, у меня. Ну, да. Ну, она, конечно, на ощупь такая себе. Я думала, что-то другое будет. И она какая-то фуфляндия. Ой, вот она вот так фокус мой. Ну, нет, с бабам, где гостини, в этом плане, конечно, поинтереснее. Да. Могу... А, ну зато, да, смотри, как я делает Денис. Денис. Вау! Я хочу себе вот такую кожу. Она обгорела на солнце, как я. У нее это волдыри появились на спине. Волдыри на спине. Так, вот так выглядит вся коллекция. Милана уже хочет себе кого-то. Там на мне красный паук. Я хочу космос себе. Я тоже хочу космос. А я хочу себе Ламборгини. Вот. Видишь, там все плавание меняют и светится. Да. Ну, мне не нравится, чтобы было прикольно, если бы какая-нибудь история про черепаху была написана. Типа, вот черепахи живут там на дне там 250 метров и кушают песок. Вот, и поэтому не могут плавать, потому что они тяжелые.
Вот если бы так было написано, было бы прикольно. А так нифига не прикольно. Так, все. Больше тут ничего нету. Да, мало игрушек. Кого? А вот это, короче, это витаминки специальные. Это не витаминки. Это витаминки. Чудики-липучки называются. Класс. Написано, что их нужно кидать в волосы девочкам. Нет, нельзя. Ни в коем случае. Ни в коем случае нельзя. Открываем, короче, вот эту железную пробку. И сразу потянулись руки. И там специально в пакете они есть. Вау! Я буду есть их сейчас. Вау! Вы посмотрите, какие они липучие. Ой, они прикольные на ощупь. Ой, они правда такие ляп-ляп-ляпучки. Так, сейчас. И смотри. Все, я поняла, вот они. Ну, они еще пахнут так прикольно, нормально. Лимончиком. Да. Ой, на тебе комар, Валя. Я поняла, для чего эти штуки. Для чего? Да, я так и делаю. О, они могут дружить с этими, да. Они могут прилипать к ним. И еще смотри, тут приколюха, Валюх. Тут есть дырочка, куда можно засунуть что-нибудь. Типа пальчик. Опа. Опа, видите? И получается у тебя палец прическа, и ты можешь говорить: Анжелика, я варум. Привет, моя малышка. Как твои дела? Вот. А еще тут есть хвостик вот такой. И с помощью этого хвостика можно стрелять. Давайте попробуем, на беседку она прилипнет? Ну давай. Нет, ему надо вот такую поверхность. Ну-ка, на потолок прилипнет? Так, на потолок тест. Вы готовы? Так, давайте, я жду вас. О! Вы видели? На палец прилипает зато. Но она подприлипла, да. Слушай, это как Человек-паук. У меня нет хвостика. О. Нет, ну он. Да, они, кстати, рвутся еще, смотри. То есть они такие рвучие. Но это не рвется. Ну-ка, давай еще раз попробуй кинь наверх. Я сейчас прям вот так. Вот так? Опа. 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 А у меня комочек получился. Ну, опа. Слушай, ну что, рейтинг? Мне кажется, вот это, наверное, самая интересная игрушка. Вот эти липучки? Да. Да, прикольные, слушай, нормальные. Все. Ну, вот это мне не нравится, как работает стрелялка. Я думаю, что она будет лучше стрелять. А потом это липучки вот эти прикольные. Но самое офигенное, конечно, вот эти сквиши, потому что собрать коллекцию такую, нужна прикольная коллекция, да? У меё вся коллекция. А что, мы не будем её продавать на Авито целиком? Нет. Нет? Не будем в раздаре. Ладно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите, что это самое, что мы сейчас, с чем бы нам встретиться. О, смотрите. А вообще я сейчас в отпуске и где-нибудь в деревне валяюсь, да? Нет, загораю. Ну, наверное, сейчас уже да. Смотрите. Да. Все, смотрите, черепаха понесла этих. Рынь, рынь, рынь. Все, пока. Всем пока.